вдохновляющей и актуальной. Я глубоко восхищаюсь тобой, так же, как и люблю тебя. Я признаю, что ты был великим человеком. Ты изменил мир к лучшему и вдохновил людей своего времени. Но это было твое время. Мое же время отличается от твоего. Мои проблемы, мои нужды, мое все отличается от твоего. И я так считал. Я никогда не думал, что ты будешь так актуален, вдохновляющим меня в самые трудные моменты моей жизни. Дома, на работе, где бы я ни был, с кем бы я ни был. По сути, каждое вдохновение из твоей жизни, когда я делал что-то, я находил это повсюду. Посланник Аллаха вдохновил не только меня, но и весь мир. Вы знаете, кто это? Конечно же, нет. Это мой дядя. А вы знаете, кто это? Я не знаю. Я работаю в отделе кадров местной инженерной компании. Я также подал заявку на устройство в другую, более престижную компанию. На этом интервью я был уверен, что получу эту работу. Я точно знаю, как это все работает. И на другой стороне стола проводит интервью с кандидатами такой же человек, как и я. Мне было сказано, что я и еще один претендент были самыми сильными кандидатами. Я уверен, что получу эту должность. Не только потому, что я хорошо провел интервью, но и потому, что у меня были лазейки. Каждую ночь перед сном я пытаюсь прочитать несколько страниц из жизнеописания пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. До того, как устроиться на работу, я посещал еженедельные уроки о его жизни, и мне казалось, что он стоит прямо передо мной и учит меня, как надо жить. Даже если Фатима, дочь Мухаммада, украдет, то она будет наказана. Бойтесь Аллаха в справедливом отношении с детьми. Семеро укроются в тени Аллаха, первый справедливый правитель. Теперь я вспомнил его. Он был тем парнем, который подал заявку на работу. Я знал, что он квалифицирован. Я знал, что мне следует взять его. Но я не обратил внимания на него. Я отдал предпочтение своему другу, сокурснику. Я провел интервью с ними в один и тот же день. Мой друг был явно менее квалифицирован. Но я выбрал его для предоставления исполнительному комитету, и его взяли на работу. Этот номер отключен. Как же мне найти его? Надеюсь, что он живет по тому же адресу. О Аллах, помоги мне найти его. О Аллах, я прошу тебя простить меня. Я никогда не понимал, как тяжело это может быть, пока сам не оказался в подобной позиции ожидания ответа. Он вначале не вспомнил меня, но потихонечку я напомнил о себе. Я попросил прощения и сказал ему, что должность снова была свободна. Если он снова подаст заявку, то я представлю его кандидатуру комитету с высшим уровнем рекомендаций. Я должен спросить, почему сейчас? Что вдруг пробудило твое сознание? Мухаммад, посланник Аллаха.
Мы должны читать о его жизни и сравнивать свои поступки с его принципами. Мы должны читать о его чувстве справедливости, о том, как Усама бин Зейд пришел заступиться за знатную женщину. Пророк ответил, что даже если его любимая дочь Фатима украдет, то не поступит с ней иначе. Мы должны читать о его призыве установить справедливость между членами семьи и даже по отношению к себе. Его призыв поддерживать справедливость по отношению ко всем детям Адама. Все вы от Адама, а Адам был создан из глины. И нет разницы между тем, кто черный, и тем, кто белый, кроме как в вопросах праведности. Что касается работы, на которую я подал заявку, я был уверен, что получу ее, так как мой дядя был менеджером в этой фирме, что гарантировало мне работу. Он сказал, что нам следует встретиться на молитву Аср. Я был шокирован и расстроен. Дядя выбрал другого, потому что он был более квалифицирован. Он объяснил, как это было трудно для него не отдать предпочтение мне, даже несмотря на то, что я был его племянником. Но он считал, что он должен быть искренним. И так же, как я был расстроен, так же я и гордился им. Наш пророк учил нас тому, что каждому следует отдавать его право. И каждому следует дать возможность для успеха в этом мире и в мире следующем. Посланник Аллаха, ты никогда никого не притеснил, и никто не был притеснен в твоем присутствии. О Аллах, поистине я прибегаю к тебе от того, чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы поступить несправедливо, и от того, чтобы со мной поступили несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, и от того, чтобы меня держали в невежестве. Ислам – это мир. Вчера ночью дядя дал мне $500, чтобы я передал их его другу в мечети. Он уезжал из города, ему нужны были деньги. Мы договорились встретиться на молитву Аср. Это было удобно для меня, так как я собирался навестить друзей, живущих около мечети. И, конечно же, я мог совершить совместную молитву. Я испугался и смутился, я не знал, что скажу своему дяде. Дело было даже не в деньгах, потому что я знал, что смогу достать эту сумму. Но если мой дядя узнает об этом, он очень расстроится. Вначале я был испуган, не знал, что делать, и я обеспокоен тем, куда они могли деться. Я успокоил себя, вспомнив, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Аллах все предписал, и что должно произойти, то произойдет. Мое беспокойство не вернет мне денег». И теперь мне только надо найти способ вернуть $500 другу моего дяди. Я также подумал, что нужно сообщить о потере в полицию, и решил отправиться на автобусе в полицейский участок. Мужчина, который также ждал автобус, был беспокоен в отношении меня, смотрел на меня с подозрением, но я уже привык к подобным взглядам. Как обычно, я улыбнулся ему и поприветствовал его так же, как это делал с другими. Он продолжал смотреть на меня таким же взглядом, я не мог понять, почему. Как будто бы у меня была бомба или что-то еще. Он продолжал смотреть на мою сумку. Я хотел успокоить его, я вытащил из сумки финики и предложил ему. Он улыбнулся и сказал, что никогда не ел подобного. Я шутя предложил попробовать и пообещал, что они не отравлены. Он взял финик, откусил немного и, наконец, улыбнулся. Мужчина спросил, знакомы ли мы, так как я приветствовал его так тепло. И незнакомые люди не угощают друг друга финиками в автобусах Америки. Я ответил, что я мусульманин, и нам следует так относиться к людям. Он спросил, а что там на кольце?
Оно похоже на то, что показывают у исламских террористов по ТВ. Я ответил, тут сказано, что Мухаммад – это посланник Аллаха, и он был посланником мира. Это привело к интересной дискуссии. Я сказал, что видел людей, убивающих других во имя Христа, но я не обвиняю Иисуса за их действия. Он признался, что отнесся ко мне со стереотипом. Он сказал, что, увидев меня выходящим из мечети, посчитал меня террористом, особенно когда я положил сумку на землю и убежал. Я засмеялся, затем извинился. Я объяснил, что был невнимательным, потому что потерял $500, и старался найти их до того, как их возьмет кто-то другой. Я не был удивлен его отношением ко мне. Ведь СМИ усердствуют в представлении искаженного образа мусульман. И если бы мы видели только эти картинки, то, возможно, мы бы считали так же. Я сказал ему, если ты действительно хочешь понять вопрос терроризма, то ты можешь прочесть доклад ФБР за 2005 год, где сказано, что мусульмане ответственны только за 6% террористических актов на американской земле. Я подчеркнул, что насилие не имеет религии, и что наша религия – религия мира. Мы приветствуем друг друга миром, и слово «ислам» происходит от слова «мир». И каждый, кто прочитает о пророке и его последователях, поймет, что они никогда не трогали невинных людей. И Коран приравнивает убийство одного невинного человека к убийству всего человечества. Один человек спросил у посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, какое действие в исламе лучшее? Он ответил, кормить бедняка и приветствовать тех, кого ты знаешь и не знаешь. Он также сказал, улыбка в лицо брату является милостыней. Существует много изречений пророка, саллиллаху алейхи вассалям, подобных этому, и которые полностью противоречат тому, что пытаются приписать ему. Ислам происходит от слова «мир», одно из имен Аллаха – «ас-салям», «мир». Мы приветствуем друг друга миром – «ас-салям». Внезапно он постучал меня по плечу и сказал, что понял, что деньги принадлежат мне, и что изначально он не собирался возвращать. Но по причине того, как я улыбнулся ему, поприветствовал его, предложил ему финики, поговорил с ним, все, что он знал о мусульманах, стало исчезать, и он решил вернуть мне деньги. Я поблагодарил его, но он сказал, что это меня надо благодарить за тот урок, что я преподал. Мы пожали руки и засмеялись, я знаю, что смог коснуться не только его руки. Абдулла ибн Салям сказал, что первые слова, которые он услышал от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «О люди, распространяйте приветствие миром между собой, кормите бедняков, молитесь по ночам, когда другие спят, и вы войдете в рай с миром». Роль женщины в нашей жизни. С тех пор, как моя мама скончалась, моя жизнь перевернулась вверх дном. Мое душевное смятение отразилось на большей части моей жизни. Мне следует жениться. Мне нужна женщина, которая организует мою жизнь. Женщина, которая бы готовила для меня, убирала бы за мной и заботилась обо мне. Чтобы присматривала за мной и красивая. Около месяца назад жена моего дяди сильно заболела и лежала с тех пор в больнице. Она постепенно выздоравливала, но это все продолжалось очень долго. Я навещал дядю часто, понимая, как ему было одиноко и тяжело. Как-то мы перешли к теме о женитьбе. Я сказал, что моя жизнь сплошной бардак, и мне действительно нужна жена. Он улыбнулся и сказал, я думал, что твое поколение продвинутое. Жена – это не необходимость. Я должен понять суть женитьбы до того, как женюсь. И что у него нет проблем с поддержанием чистоты в доме, когда нет жены. И даже когда она рядом, он продолжает помогать по дому. Так как он верит, что он с женой – два партнера, даже когда речь идет о домашних обязанностях. Он напомнил мне слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Лучшие из вас те, кто лучше относится к своим женам». Ни один человек в истории не был так же занят, как наш пророк, алейхиссалату вассалям. Тот статус, который был у него, не удерживал его от оказания помощи по дому. Айша сообщает, что пророк, алейхиссалату вассалям, сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду без жалоб. И при этом он никогда не лишал семью своей знаменитой улыбки.
Мужчины из Мекки и женщины из Медины. Но все мы от Аллаха. И бывает так, что люди не могут понять друг друга. Аллах создал каждого из нас уникальным образом, и мы дополняем друг друга. И это не только в вопросах женитьбы. Это правило жизни. Будь это отношение матери и сына, жены и мужа, дочери с отцом, сестры с братом. Есть что-то особенное между женщиной и мужчиной. Мой дядя сказал, что женщины часто недооцениваются в нашей жизни. И частью этого является то, что мы принижаем их возможности и приводим их в тупик. Вот почему пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что мы не сможем отплатить им, пока не признаем их права. Мы должны признать их заслуги и быть благодарны. И не только это. Мы должны почитать их и хорошо к ним относиться. Ваша мама не просто убирала за вами. Она сделала из вас то, что вы представляете из себя сегодня. Она изменяла и ваш характер. Бессонные ночи в беспокойстве о вас, ее мольбы. И если взглянем повнимательнее, мы заметим, что каждая женщина в нашей жизни научила нас чему-то. По крайней мере, как любить и сострадать. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его. А беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Аллах упоминает о трех делах, которые были сделаны исключительно матерью – беременность, роды и кормление грудью. Возможно, поэтому, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, был спрошен о том, кто заслуживает хорошего отношения, он трижды ответил «твоя мама», а затем сказал «твой отец». Дядя сказал: «В ожидании возвращения своей жены я хотел сделать что-то особенное, чтобы показать, как я люблю ее». Ее любимым занятием в последнее время было собирание пазлов вместе, особенно с внуками. Я решил сделать пазл для нее, чтобы показать, как она дополняет меня. Ей это очень понравилось. И мне понравилось то, что ей это понравилось. Мой сосед однажды спросил: «Разве вы, мусульмане, не преувеличиваете, когда говорите, что Мухаммад освободил женщин, говоря лишь, что не убивайте ваших дочерей и не бейте ваших жен? Разве это не очевидно? Неужели для этого нужен пророк или священная книга?» Я ответил: «Женщины во времена невежества были хуже скота. Пророк учил нас не просто не наносить вред им, но и почитать и уважать их. И потом, разве не нужны личности, которые указывали бы нам на грубость и напоминали бы, что такое быть человеком?» В конце он ответил: «Да, возможно, но это не одно и то же». Но он сам понимал, что это так. Давайте признаем, что всем надо иногда напоминание. Я смог не только организовать свою жизнь, но и свои убеждения. И, как обычно, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, был прав. Посланник Аллаха, каким удивительным ты был. Ты сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своим женам». И наша мать Айша ответила ему: «И ты лучший из них». Он был не только величайшим пророком, лидером, учителем. Он был величайшим сыном, мужем, отцом. Субботняя ночь. Субботняя ночь была незабываемой. И не по тем причинам, по которым большинство людей получают удовольствие от субботней ночи. Почему бы мне не рассказать вам о ней? Дядя однажды спросил меня о том, задумывался ли я, что люди в целом сегодня более милосердны, чем это было в прошлом. Я ответил: «Да, возможно». Не рассказать ли мне о том, каким милостивым был пророк 14 веков назад? Существует много историй и сообщений о необыкновенном милосердии пророка. И оно не ограничивалось только людьми. Он сообщил, что одна женщина попала в ад по той причине,
что не кормила свою кошку и не давала ей кушать, пока та не умерла. А другая женщина попадает в рай, потому что она набрала воду в свои туфли, чтобы напоить собаку. Пророк запрещал мучить животных или перегружать их больше обычного, и любое проявление сострадания к ним будет вознаграждено в следующем мире. Если даже животным проявляется милосердие, так что же о людях? Я спросил его: «Ну что ты делаешь в субботнюю ночь?» Милость пророка не знала границ, и ни одна душа не оставалась без внимания. Он любил сирот, которые были лишены родительской любви, ведь он знал, каково быть сиротой. В день праздника, когда он заметил сироту, то он спросил его: «Хотел бы ты, чтобы Мухаммад стал твоим отцом, Айша – матерью, а Фатима – сестрой? И смотрящий за сиротой и я в раю, как эти два пальца». В сегодняшнем мире чернорабочие сильно эксплуатируются, им платят мало и обходятся с ними грубо. Не проявляется никакого уважения к возрасту и достоинству. Если же вы прочтете о жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то увидите, что даже те дети, кто был отправлен прислуживать ему, получали его милость. Анас ибн Малик, которого мать отправила к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я прислуживал пророку 7 лет, и я не могу вспомнить, как он упрекал меня или говорил: зачем ты сделал это? Почему ты не сделал это?» Я не видел никого с более высоким уровнем морали. Он требовал, чтобы даже самый низший представитель общества не унижал самого себя. Захар передает: «Когда я унизил себя, сказав: даже если я буду рабом, никто не будет считаться со мной, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал: ты бесценен в глазах Господа». Я спросил: «А что ты делаешь в субботнюю ночь?» Анас передает о том, что среди проявлений милости пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, была милость по отношению к бедняку, который пришел к пророку и сильно потянул его за одежду так сильно, что причинил боль и оставил следы на шее, и потребовал: «Дай мне из того, что Аллах даровал тебе». Пророк улыбнулся и дал ему одежду и еще. Таким он был с человеком, который грубо себя вел. Так что же говорить о человеке, который сидит и просит вежливо? Я спросил его: «Что ты делаешь в субботу ночью?» Итак, субботняя ночь для молодежи отличается. Кто-то ходит в кино, кто-то на вечеринке, кто-то общается с друзьями, кто-то совершает не совсем дозволенные вещи. Но я решил, что эта субботняя ночь будет иной. Мой сосед позвонил и сообщил, что собирается на вечеринку с другом и что он был бы рад, если присоединюсь к нему. Я вежливо отказал, сказав, что у меня уже есть планы. Это была необыкновенная ночь для них, так же и для меня. Мы поговорили о семьях, шутили друг с другом, немного о спорте поговорили и просто расслабились. Мне понравился ужин, и еще больше мне понравилась компания. И как напоминание слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, лучшее застолье – это застолье, на которое приглашаются богачи и не приглашаются бедняки. Обычно мы хорошо относимся к людям, которые могут дать нам пользу. И это то, что выделяет пророка. Он беспокоился даже о людях из самого низкого уровня общества и призывал нас поступать так же. И мы не спасла ли тебя только как милость для миров? Человек, мусульманин, не мусульманин, любое создание, встретившееся с тобой, все получили от твоей милости. Неважно, слабые они или бедные, или на них смотрели свысока другие, он улыбался им и давал им повод улыбнуться. Посланник Аллаха, пример, который ты оставил после себя, является из величайших милостей. О милостивый, не лишай нас милости и воскреси нас с тем, кто был ниспослан как милость. Я чуть было не продал ислам.
Однажды мой сосед позвонил мне и попросил меня рассказать об истории, которая отражает мою религию. Историю, которая подействует на него и поможет уважать ислам. Просьба поставила меня в тупик. Но тут я вспомнил историю об имаме в Лондоне. Несколько лет назад один имам переехал в Лондон. Каждый день в одно и то же время он ездил в мечеть на автобусе, которым управлял один и тот же водитель. Однажды имам, заплатив за проезд и получив сдачу, сел на место. И тут он понял, что водитель вернул сдачи больше положенного. Имам думал оставить у себя эту сдачу, так как сумма была незначительна. Но постепенно он чувствовал себя виноватым и обратился к водителю. «Сэр, вы дали мне лишние деньги». Водитель улыбнулся и спросил, «Разве вы не новый имам в этом районе?» «Я останавливался возле вашей мечети и размышлял об исламе. Но прежде чем сделать шаг, я решил проверить ваши действия, если я дам вам лишнюю сдачу». Имам был поражен этим случаем. Он поднял руки к небу и сказал, «О Аллах, я чуть было не продал ислам за 40 пенсов». Мой сосед возразил, «Если бы это было большей суммой, то имам оставил бы у себя эти деньги. Я же утверждал, что это является чертой мусульман, и он вернул бы деньги, даже если это было бы 40 тысяч фунтов». Но он покачал головой, показывая, что не согласен со мной. Я не думал, что сосед долго размышлял над историей с имамом, и он наверняка забыл о ней на следующий день. Но как водитель автобуса хотел испытать имама, так же и мой сосед хотел испытать меня. Когда я возвращался домой, то нашел на стоянке пакет. Я не подозревал, что он следит за мной. Должен признать, что там было много денег. Но я даже не задумывался об этом. Я действовал в соответствии с тем, что приказывало мне мое нутро и моя религия. Я поступал так же, как поступил бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Я должен был найти способ вернуть деньги владельцу. Я развесил объявления, и я делал звонки, но не получал никакого ответа. Мой сосед сказал мне, мусульмане не могут быть искушены. Ты не выдержал. Я рассказал ему, что произошло. Я сказал, я здесь не для того, чтобы защищать себя. Но я хочу поделиться тем, чему научил нас наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Я отдал ему чек о переводе денег на благотворительность и сообщил, что машина, на которой он меня увидел, не моя, а моего дяди. Я взял ее, потому что моя машина была в ремонте. И затем я спросил его, «Ты заплатил налоги в этом году? Я думаю, нам стоит обратиться к своему бухгалтеру». Представьте, что у вас грубый сосед, который досаждает вам каждый день. Но несмотря на все это, когда он уезжает, он должен иметь рядом человека, которому он может доверить свои ценности. И больше всего он доверяет именно вам, потому что он знает вашу сущность. И таким был наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Вернувшись домой в этот день, мой сосед сказал мне, что за время, проведенное вместе, он изменил свое отношение к исламу. Я сказал ему, что наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, «Охраняйте вверенное вам, и не поступайте вероломно с тем, кто поступил вероломно с вами». Мое внимание привлекло то, что мой сосед хотел испытать меня такой большой суммой денег, испытывая меня как мусульманина. Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным. Я надеюсь, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был бы доволен моим поступком. Посланник Аллаха, мы свидетельствуем, что ты выполнил веренное тебе и донес до нас свое послание. И мы молимся о том, чтобы мы могли продолжить твое дело без того, чтобы предать веренное тобой. Помощь.
Каждый новый день я просыпаюсь с чувством необходимости выполнить свое предназначение, служить Создателю через совершение молитвы и помогать Его созданием ради Него. Так появляется уверенность и счастье. Когда ты отдаешь другим то, чем владеешь, это больше, чем то, чем владеешь. Если знаешь, что помогаешь другим, то это делает тебя счастливым. Без этого чувства большинство людей никогда бы не делали ничего просто так. Помощь сближает людей, она создает любовь и единство, она распространяет счастье. Некоторые люди считают, что помощь ограничена только бесплатным выполнением работы. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил нас смотреть шире. Например, когда он помог Салману Фариси, дав ему золото, чтобы выкупить его из рабства. Этот пример вдохновил меня, когда увидел коллегу по работе, столкнувшегося с финансовыми проблемами. Я взял за привычку встречать новый день с вопросом о том, как у него дела. Я понял по языку тела, что у него проблемы. Я спросил у него, почему он выглядит озабоченным. Он открылся мне, сказав, что ему нужен костюм для встречи с важным человеком, но он не может себе его позволить. Он не ожидал, что я одолжу ему денег, ведь он едва знал меня. Он переспросил меня, серьезно ли это говорю, и я убедил, что я был серьезен. Я затем пожелал успеха на вечерней встрече. Он не только поблагодарил меня, но и пригласил на встречу со своим отцом, которого не видел годами. Я согласился и сказал, что посчитаю это за честь. Так родилась новая дружба. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, всегда превосходил ожидания тех, кто не знал его. Незнакомец сразу начинал любить его по причине его помощи окружающим. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что лучший из людей тот, от кого люди получают больше пользы. И будучи лучшим созданием Аллаха, он не упускал возможности помогать другим. Я спросил у мужчины, могу ли я помочь чем-либо. Он ответил, что не нуждается в помощи. Но было тяжело наблюдать за тем, как он долго перетаскивал эти коробки. В этот момент я вспомнил историю о том, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел незнакомую старую женщину, которая несла вещи, и он помог ей, несмотря на то, что она сказала, что ей не нужна помощь. «Мухаммад». Я спросил его, позволить мне помочь ему. Он вначале смутился и отнесся ко мне скептически, но был слишком уставшим, чтобы отказать. Мужчина улыбнулся, когда мы завершили работу, и его улыбка напоминала мне улыбку Майка, когда я одолжил ему денег. Это была улыбка, выражающая облегчение и благодарность. Внезапно этот мужчина, который был настроен скептически ко мне, стал горячо благодарить меня и уверять, что он никогда не забудет, как я помог ему. Я улыбнулся и сказал, «Добро пожаловать, сосед». Но история не завершилась на этом. Существует множество высказываний пророка, алейхиссаляту вассалям, о помощи, а примеры его помощи бесконечны. Посланник Аллаха, ты никогда не упускал возможности оказать помощь, ты вдохновлял остальных на оказание помощи. Ты всегда был примером. Ты копал ров, находясь бок о бок со своими сподвижниками, разжигал огонь, собирал камни. Ты воплотил концепцию помогающего лидера и научил, что оказание помощи – привилегия, а лидерство – ответственность. Это был загруженный день, и я еле успевал на встречу с Майком и его отцом. Когда я зашел, то Майк встретил меня и представил меня своему отцу. Люди говорят, что мир мал, а я же говорю, что этот мир Аллаха. Как же удивительно его предопределение. Я и отец Майка были поражены в тот вечер. И когда мы встали разойтись, он спросил меня, «Откуда ты?» «Я американец. Мусульманин-американец». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Кто уберет тягость верующего в этом мире, Аллах уберет ему тягость в судный день». Аллах помогает верующему, пока верующий помогает своему брату. Посланник Аллаха, свет твоей сунны светит ярко и сегодня. О Аллах, позволь людям полюбить его через любовь к нам, и позволь полюбить тебя через любовь к нему. Праведность. Всемогущий Аллах сообщил в Коране, «Воистину мы почтили сынов Адама, но мы часто порочим самих себя, и по причине того, что мы не охватили концепцию почета в полной мере, мы идем по порочным путям. Порочность проявляется по родословной, карьере или внешнему виду, или в чем-то, что еще глубже. Самый почетный из вас для Аллаха – богобоязненный.
Аллах оказал почет людям различными путями. Эта огромная вселенная функционирует для того, чтобы приносить нам пользу. Солнце, луна, облака, дожди, деревья и моря, природа и все ее времена года и цвета. Все работает в гармонии ради нашей пользы. И подчинили вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам. Подчинили вам ночь и день. Аллах оказал почет человеку интеллектом и научил пользоваться им. Научил его письму, логике, как изобретать и создавать для определения возможностей. Аллах оказал почет человеку, отправив ему пророков и посланников с божественным откровением, указывающим на цель создания. Они обучили, как следует поклоняться, улучшать свой характер и как достичь успеха в следующем мире. Мы ничего не сделали, чтобы заработать этот статус. Ангелам было приказано совершить земной поклон Адаму, когда он еще ничего не сделал и ничего не добился. Нам следует задать себе вопрос: что мы должны делать, чтобы оправдать эту честь? И чего мы должны избегать, чтобы не компрометировать ее? Праведность тут, сказал пророк. Через нее наша мораль и характер обретают почет, и наши дела упорядочиваются. И то, что ставит человека за границы праведности, это пренебрежение ею. Как пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: лучшие во времена джахилии, лучшие во времена ислама, если будет понимание. Разве не удивительно, что ценность человека перед Аллахом в том, что не может увидеть никто другой? И Аллах сказал сразу после этих слов, что Он всевидящий и всезнающий. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «О люди, воистину Аллах лишил вас призывом времен джахилии и гордыни за предков». И теперь есть два вида людей. Праведный, почитаемый Господом, и грешный, заблудший, ничтожный пред Господом. Все мы дети Адама, и Аллах создал Адама из земли. Однажды человек проходил мимо посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда тот сидел со своими сподвижниками, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Что вы скажете об этом человеке?» Они ответили: «Он самый благородный из людей. Если он посватается, то ему не откажут. Если он заступится, то его заступничество будет принято. Если он говорит, то люди слушают». Пророк промолчал. Когда проходил другой человек, то он снова спросил: «А что вы скажете о нем?» Они сказали: «О, посланник Аллаха, этот человек беден. Если он посватается, то ему откажут. Если заступится, то его заступничество будет отвергнуто. Если он будет говорить, то никто его не послушает». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Но этот лучше, чем целая земля, заполненная первым». Удивительно, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил нас оценивать и почитать людей вне зависимости от их внешнего вида. Ведь, возможно, у Аллаха они совсем в ином свете. Так же, как Аллах оказал почет человеку, Он приказал нам почитать друг друга, не унижать друг друга, не причинять друг другу вреда. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил нам плохо говорить об отсутствующем брате или докучать брату, даже если это нижайший из людей. Ведь, возможно, он является другом Аллаха. Кто будет враждовать с моим приближенным, Уали, тому я объявлю войну. Мы не знаем, кто они, приближенные. Мы почитаем каждого мужчину и женщину на основе того, что они могут занимать положение у Аллаха выше нашего. Ведь сердца людей скрыты от нас. Но нам ясно приказано относиться к ним с уважением. О Аллах, Ты оказал почет человечеству, отправив пророков. Ты оказал почет, в частности, этой умме, отправив Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Окажи же нам почет еще раз, даровав нам возможность стать его сподвижниками в наивысших садах рая. Правила существуют не для того, чтобы их нарушать.
Ислам – это жизнь в соответствии с дисциплиной. Прекрасная система, содержащая запреты, ограничения и границы, без пренебрежения вопросами духовности. Посредством него мы организуем наши жизни и уделяем особое внимание определенным временам и местам. Вся молитва – это дисциплина. Так же, как и любой дедлайн, время молитвы должно соблюдаться. И преднамеренное совершение молитвы вне этого времени значит то же самое, что совсем не совершить молитву. Когда совершается призыв к молитве, миллионы людей встают в ряд в течение нескольких секунд. И молитва берет верх над всем мирским. Молитва совершается за имамом, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и не следует ему перечить. Что делает он, то делают и остальные. Аллах смотрит на прямоту рядов, которая, возможно, приведет к прямоте сердец. Не говоря уже о Рамадане, который демонстрирует наивысший уровень духовной, физической и эмоциональной дисциплины. Неважно, насколько вы голодны, вы должны научиться самоконтролю и удерживать себя, пока не наступит время в соответствии со временем молитв. И в Рамадан вы точно знаете, во сколько начинаются утренние и вечерние молитвы. И что более интересно, многие следуют этому режиму поста даже вне Рамадана, когда пост не является обязательным. А закат можно сравнить с налогом, который отдается Аллаху. Но деньги этого налога полностью отдаются нуждающимся. Подсчет и выплата закята строго определены. Хадж – величайшее место молитвы в мире. Миллионы людей находятся в такой близости, одеваются, двигаются и поклоняются в таком удивительном согласии, что является свидетельством силы его призыва. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прилагал усилия, чтобы дисциплинировать людей, чтобы они подчинялись и уважали законы, как в религиозной, так и в мирской сферах. Он указывал, что не должны трое выходить в путешествие без того, чтобы один из них был выбран руководителем над другими двумя. И говорил, что обычаи, которые не противоречат религии, должны уважаться верующими. Часто мы пренебрегаем дисциплиной, считая себя исключением для закона. И когда мы делаем это, так же делают и другие, а точнее все. К чему это все я? Последний Рамадан я вел машину не в такой нагруженный день. Я останавливался на каждом знаке «стоп», даже когда я считал, что в этом нет смысла. И мне надоело это, я нигде не видел полицейских. И как только я подумал об этом, я сбил человека, переходящего улицу. Я даже не знал, как остановить это. Я запаниковал. Мое сердце стало сильно биться. Я выбежал из машины, чтобы посмотреть, что случилось. Я сразу же извинился и предложил свою помощь. И как только я вытащил телефон, чтобы позвонить, он сказал, что это его вина. Потому что он начал пересекать улицу, не посмотрев в обоих направлениях. Также там не было никаких предупреждающих знаков. И он сказал, что он в порядке, и не нужно создавать проблем. Но я должен отвечать за свои поступки. Поэтому я позвонил в 911 и заявил о своей ответственности. Когда я думал о произошедшем, даже несмотря на то, что с ним было все нормально, я не думал сожалеть о том, что наказал себя. Я лишь сожалел о своей пренебрежительности. Вы можете считать бессмысленным знак «стоп» или «красный свет светофора», и что вы не подобны другим, и что действие под контролем. Но все это нужно для безопасности людей. И это также является частью веры. Посланник Аллаха учил нас быть терпеливыми, проявляющими уважение и дисциплинированными, действовать так, чтобы не приносить вреда ни себе, ни окружающим. Никто в вашем присутствии не должен бояться, и ничто из благого не должно пренебрегаться вами. Сегодняшнее происшествие глубоко отразилось на моей жизни. Оно, возможно, заставит пересмотреть многое. Это был знак от Аллаха, который, как я считаю, я понял. И назову сегодняшнюю историю «Скользкий пол». Пост в Фейсбуке о том, как я считал себя очень умным и как я почти потерял себя.
Вот как это было, скользкий пол. Однажды утром в субботу я, как обычно, начал энергично свой день. Я думал, что отдохну на уикенд после тяжелой недели. После нескольких упражнений я решил принять ванную, окунуться в нее и расслабиться. Как обычно, я попусту проводил время, пока ждал, чтобы наполнилась ванная. И, субханаллах, в этот момент позвонил друг. Я полностью увлекся разговором с ним, забыв о ванной. Завершив разговор, я вспомнил, что оставил воду включенной, и бросился в ванную комнату и увидел, что я опоздал. Я попал в беду. Мне не оставалось другого выхода, кроме как позвонить управляющему. Я не знал, как я оплачу убытки. Я знал, что моя честность обойдется мне большим счетом на ней. Ведь в этом виноват был я. И они знали об этом. Но вместо того, чтобы признать, что виноват, я сказал, что это их вина. Вода не прекращала литься, я все просчитал. Мне на ум начали приходить мысли, которые даже шайтан не мог придумать. Я думал, что я умен, и выдуманный мною пир стал превращаться в настоящий, особенно под давлением. 3, 2, 1, мотор. Я полностью все перевернул. Стал кричать и требовать. Я был уже в подобном состоянии, манипулируя положением, исправляя мир. Каждый раз выгораживая себя в разговоре с работниками банка, страховой компании, в департаменте финансовой помощи в школе, с кассирами в магазине. Я говорил, клиент всегда прав. Вот так я играл в эту игру. Я все спланировал, начиная с выражения лица до тона голоса. Вот так. Знаешь, мне действительно жаль. Я забыл выключить воду. Это моя вина. Исправь все, я заплачу за это. Я не знаю, что произошло. Я не знаю, что произошло со мной. Внезапно весь план улетучился из моей головы. Я остался без слов, но я был поражен словами Аллаха. «О те, кто уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». Когда я прочел о нем, то я подумал, он был настолько правдив, что даже враги доверяли ему. Ведь это так много значит, когда твои враги говорят о тебе все, что угодно, но не касаются твоей честности. Он говорил, правдивость ведет к праведности, а праведность ведет к краю. Человек будет продолжать говорить правду, пока не будет записан у Аллаха как правдивый. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был правдив не только в своих речах. Он воплощал в себе правдивость. Ни в один момент его благословенной жизни, до и во время пророчества, он не забывал о правдивости. Даже когда шутил, правда не покидала его. Работник, отправленный ко мне управляющим, сказал мне, что предыдущий жилец уже жаловался на проблемы в ванной, что управление ответственно за все последствия и расходы. Я чуть было не обманул сам себя. И я бы знал, каков я. И что еще хуже, Аллах бы знал о том, каков я. Ложь ведет к безнравственности, а безнравственность ведет в ад. И человек продолжит говорить ложь, пока не будет записан у Аллаха как лжец. Да благословит тебя Аллах, лучшее из создания Аллаха. Я старался говорить только истину и поступать так же, как поступал ты.
Я никогда не позволю лжи искушать меня. Зачем мне обманывать, если ни одно создание не принесет мне вреда без дозволения твоего Создателя? Да благословит тебя Аллах и приветствует, о посланник Аллаха. Одинокая жизнь имеет свои плюсы. Ты просыпаешься, когда хочешь, сидишь допоздна, ешь, когда хочешь, делаешь, что хочешь и когда пожелаешь. Хорошо заботиться только о себе. Но я чувствую, что должен вернуться к своей общине. Поэтому я решил стать волонтером в воскресной школе в мечети, чтобы учить детей читать Коран на арабском. Мои лучшие воспоминания связаны с воскресной школой, поэтому я думаю, это будет интересным. Особенно учитывая то, что это будет мой первый урок в качестве учителя, а не ученика. Я надеялся, что дети не будут вести себя со мной так же, как я вел себя со своим учителем. Тем более, что их отцы были моими друзьями. Вначале было немного тяжело. Я не думаю, что плохо справился со своей работой. Постепенно мы вошли в ритм, и детям стало даже нравиться. К концу урока мне позвонил один близкий друг. Дети были уставшими, но это не беспокоило меня, так как через 10 минут родители должны были забрать их. Я предложил детям отдохнуть и расслабиться, пока я отвечу на звонок. Звонок длился дольше, чем я ожидал. Когда я вернулся, то обнаружил только одного ребенка. Когда я спросил другого, о втором, о Самире, то он ответил, что Самиру стало скучно, и он ушел из мечети один. О боже, я никогда не забуду этот момент. Я не знал, куда ушел Самир и что делать, чтобы найти его. Самые ужасные мысли крутились у меня в голове. Затем я вспомнил, что оставил еще одного ребенка в мечети, надо вернуться и присмотреть за ним, чтобы и он не сбежал. Когда я забежал в мечеть, то встретил отца Самира. Он заметил, что я расстроен, и когда спросил, в чем дело, я ответил, что Самир ушел, когда я говорил по телефону, и я не был достаточно внимательным. И в этот момент я желал, чтобы я никогда не был рожден. Это было подобно фильму ужасов. Мальчик нашелся. И каждый раз, когда я возвращаюсь к этому случаю, я виню себя за то, что настолько безответственен, что мне следовало больше уделять внимания этим детям. Знаю, что на работе я бы не ответил на телефонный звонок. Я не смог справиться с ответственностью за двух детей. Я выглядел безответственным в глазах отца Самира. Он смотрел на меня как на подростка, которому следует вырасти. Он был прав. И это был мой последний день с Самиром. Когда дядя услышал об этой истории, он посоветовал мне не принимать ее близко к сердцу, но в то же время понять, что ответственность не ограничивается только заботой о детях, жене, работе. Мы должны осознавать ответственность за все, что Аллах возложил на нас, если даже это временно. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что каждый из вас является пастухом и ответственен за свою паству. В тот день эти дети были моей паствой, и я не справился. Личная ответственность подчеркивается пророческой традицией. Мы часто придерживаемся этого только в духовной сфере, в вопросах поклонения и греха. Но наша социальная ответственность также важна, как наша индивидуальная жизнь. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, будучи правителем величайшей нации, плакал, боясь, что животное подвернет ногу в далекой земле, и оно будет требовать свое невыполненное право. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указывал на важность отстранения от небрежности, даже когда вы просто идете по дороге и обнаруживаете что-то вредоносное, или когда принимаете гостей или встречаете соседа. Уделяйте внимание правам людей, которые находятся вокруг вас. И когда вам дают поручение или доверяют что-то, не расстраивайте их. Анас, да будет доволен Аллах, сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил его с поручением, что Анас, да будет доволен Аллах, заигрался с другими детьми. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подошел к Анасу, то ласково позвал «Унейс», это было прозвищем Анаса. «Ты сделал то, о чем я просил тебя?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что бы ты сказал мне в тот день, когда я потерял ребенка? Ты учил нас быть лучше и считать каждого ребенка как своего собственного, любое место на земле как наш дом, каждого незнакомца как члена семьи. Да благословит тебя Аллах, о посланник Аллаха.
Кто верит в Аллаха и в судный день, пусть поддерживает родственные узы. Этот благородный хадис подтолкнул меня навести мою сестру в Пенсильвании. Мне стало очень стыдно, ведь целый год прошел с тех пор, как я последний раз видел ее. Тогда она просила меня посидеть с ее дочкой Фатимой. Сестра попросила быть несколько дней с Фатимой, так как она собиралась рожать своего второго ребенка. Честно говоря, я не имел ни малейшего представления о том, как присматривать за ребенком. Я и за собой-то смотрю с большим трудом, но не мог же я отказать своей сестре. Год назад, когда мой зять привел Фатиму ко мне, она даже не могла произнести мое имя. Я понятия не имел, чем ее занять, я даже не знал, о чем заговорить с ней. Поэтому я стал вспоминать о том, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращался с детьми, которые были вокруг него. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был очень добр со всеми, а к детям он был особенно вежлив и милосерден. Его часто можно было увидеть играющим с ними, шутящим, обнимающим их, навещающим их, когда они были больны. Поднимал настроение тем, кому было грустно, и он даже пытался разговаривать с детьми не арабов на их родном языке, просто чтобы показать, что он любит их, так же, как и всех. Маленькая девочка могла взять его за ручку и повести через всю Медину. Он не отпускал ее руки, пока она сама не отпускала его. Когда Хасан и Хусейн прыгали ему на спину во время молитвы, он ждал, пока они сами слезут, а затем усаживал их на свои колени. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как-то сказал: «Когда я выстаиваю молитву, мне нравится удлинять ее, но когда я слышу, как чей-то ребенок плачет, я укорачиваю молитву, поскольку не хочу причинять страдания ребенку и его матери». Мы часто срываемся на детях, забывая, что когда-то тоже были детьми, а иногда до сих пор ведем себя как дети. И однажды они будут такими же, как мы, и, надеюсь, проявят милость к нам, так же, как мы были милостивы к ним. Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, интересовало то, что интересовало их. Он игрался с их игрушками. Однажды он спросил одного ребенка о его птичке. «О, Абу Умайр, что случилось с Нугайром, птичкой?» Мы часто забываем, что проявление любви к детям – это одна из самых простых сунн и один из самых легких путей, благодаря которым мы можем добиться довольства Аллаха. Ведь наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто не проявляет милосердие к другим, тому не будет проявлено милосердие». Милосердие – это естественная черта людей, и в исламе она проявляется в еще более совершенной форме. Однако, если мы не будем ее проявлять или лелеять, мы навсегда можем потерять это качество. Представьте, каким бы прекрасным местом был этот мир, если бы все проявляли милосердие друг другу. И любовь выражается не только в словах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что держал весь мир на своих плечах, не забывал уделять внимание и маленьким вещам. Например, пить из одного края стакана, или неожиданный ласковый поцелуй, или внезапно начать соревноваться, играть. Он всегда находил время, чтобы сказать, как он любит вас и как вы ему дороги. «О, Фатима, ты не представляешь, как я скучаю по тебе. Ты еще совсем ребенок, но ты столькому научила меня. Ты научила меня следовать примеру нашего великого учителя, любить и заботиться о своей семье. О, посланник Аллаха, не знаю, как ты это делал, как ты успевал заботиться о своей общине и при этом быть крайне внимательным и заботливым к своей семье. Твое величие как мужа и отца было столь же выдающимся, как и твое величие как предводителя». Ислам и расизм. На протяжении 100 лет с приходом ислама мусульманская империя распространилась вплоть до Африки, Персии, Индии, Китая и Испании.
Исламской цивилизации просто не существовало бы, не говоря уже о процветании существовавшими тогда культурными и племенными предрассудками, если бы не мощь призыва пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которая позволила мусульманам с различных уголков земного шара мирно сосуществовать друг с другом под знаменем ислама. Историк Гиб написал: «Ни в каком другом обществе нет исторических записей о таком успехе, когда людей объединили на равноправии в статусе, в возможностях, и был положен конец огромному количеству разнообразных форм расизма. Ислам и сейчас способен примирить кажущиеся непримиримыми элементы нации и традиций. Однако эта перемена не случилась за ночь. Она случилась благодаря стараниям, которые прилагал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, на протяжении всей своей жизни, чтобы стереть межплеменную вражду, расизм, классовые различия на всех уровнях. Он не просто освобождал рабов, а почитал их и предлагал их в мужья и жены семьям, имеющим в их обществе знатное происхождение. И не более чем через два десятилетия он преуспел в том, что даровал авторитет тем мужчинам и женщинам, которых до этого всю жизнь унижали те, в чьих руках раньше был этот авторитет. Все это произошло 14 веков назад в пустынях Аравии. Совершенно другой мир, отличающийся от того, в котором мы сегодня живем, но во многом прогрессивнее, чем наш. И давайте посмотрим правде в глаза. У нас есть чему поучиться у них, потому что даже при том, что мы достигли значительного прогресса за эти годы, расизм частенько поднимает свою уродливую голову. И когда такое происходит, нам необходимо встать бок о бок, чтобы избавиться от него. Авраам Линкольн сказал: «Те, кто лишает свободы других, не заслуживают ее сами». Гражданская война прошла в этой стране всего лишь 150 лет назад, когда все жаждали свободу, не только рабы, которых даже тогда пихали в первые ряды войска, посылая на верную смерть. Но несмотря на политические цели, некоторые люди не остались равнодушными. Храбрые женщины и мужчины сумели заступиться за них и бросить вызов притеснению людей. Но снять оковы с человеческого сознания гораздо сложнее. Как сказала Гарриет Табман: «Я освободила 1000 рабов, но могла бы освободить еще 1000, если бы они только знали, что они рабы». Нельсон Мандела сказал: «Нет легкого пути к свободе». Борьба за свободу требует от человека улучшить не только свое положение, но быть достаточно храбрым, чтобы требовать одинаково уважительно обращаться с каждым мужчиной и женщиной. А это уже для всего человечества. Как сказал Нельсон Мандела: «Наша свобода не будет полной без свободы палестинцев». Нет нужды требовать эту свободу посредством насилия, потому что мягкостью ты можешь потрясти мир, как сказал Ганди. И в прошлом веке нет нехватки в антирасистских и антиколониальных движениях, которые как раз этими занимались. Мартин Лютер Кинг-младший сказал, что тьма не изгонит тьму, только свет в силах это сделать. Ненависть не сможет вытеснить ненависть, только любовь способна на это. Он мечтал, что однажды на красных холмах Джорджии сыны бывших рабов и сыны их бывших хозяев сядут вместе за стол братства, что четверо его маленьких детей однажды смогут жить в обществе, в котором их будут судить не по цвету кожи, а по внутреннему миру. Большую часть жизни Малькольм Икс считал, что вселенское братство невозможно, говоря: «Я верю в братство всех людей, но я не верю в братство с тем, кто не хочет братства со мной». Он сказал также: «Братство – улица с двусторонним движением». Но когда он поехал в Мекку, на хадж, он пришел к выводу, что благодаря всемирному призыву пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все люди могут стать одним целым. Америке необходимо понять ислам, потому что это единственная религия, которая вычеркнула из общества расовую проблему. Во время моих путешествий по мусульманскому миру я встречался, разговаривал, даже ел за одним столом с людьми, которых в Америке называли бы «белыми», но их белое отношение было стерто из их сознания благодаря религии ислам. То, что испытал Малькольм, было силой смиренности, кротости. И это не означает, что ты начинаешь себя меньше ценить. Как сказал Малькольм Икс: «Вы не сможете ненавидеть корни дерева, не начав потом ненавидеть само дерево в целом. Вы не сможете ненавидеть свое происхождение без того, чтобы начать ненавидеть самого себя». То есть любовь к своей родине и происхождению необходима, но корнем расовой проблемы является тот факт, что одни считают себя выше и лучше других, как раз из-за происхождения. Так, первым испытанием по-настоящему великих лидеров была смиренность, кротость. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был самым великим лидером, когда-либо жившим на земле. Ведь несмотря на то, что он был самого благородного происхождения,
и то, что он стал главой государства, и даже то, что он обрел беспрекословную преданность своих последователей, которую так и не обрел ни один король или правитель, он все равно предпочитал жить в скромном доме, спать на соломенной циновке, носить такую же одежду, как и его последователи, и сидеть на одном уровне с ними. Он не любил отличаться от них до такой степени, что даже когда прибыл иностранный посол, то не смог выделить пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из его товарищей. Неважно, был ли он среди бывших рабов или среди правителей. Его мечтой было увидеть мир, в котором это все не имеет никакого значения. Чтобы реализовать мечту пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы должны поставить под сомнение наши предрассудки и предпринять конкретные шаги для прекращения дискриминации на всех уровнях. Очень легко читать, проводить лекции и разглагольствовать о расовом равенстве, но гораздо сложнее реализовать это в нашей повседневной жизни. Вчера, когда я сидел в парке со своим старым другом, и мы наблюдали, как играют его дети, как-то в нашем разговоре всплыло то, что его старший сын, которого он усыновил, был сиротой из другой страны. Я сказал ему, что я и понятия не имел. Я высказал ему свое восхищение тем, что он обращается с приемным сыном так же хорошо, как со своим родным. На что он ответил, что он был воодушевлен пророком, алейхиссаляту вассалям, который освободил Зейда ибн Хариса из рабства и относился к нему так хорошо, что когда отец Зейда нашел его спустя многие годы, мальчик все равно захотел остаться с пророком, алейхиссаляту вассалям. Вся ложь, которую благонамеренное рвение нагромоздило вокруг этого человека, Мухаммада, очерняет только нас самих. Как человеку удалось в одиночку превратить враждующие племена и блуждающих бедуинов в самую мощную цивилизационную державу сроком менее 20 лет. Спокойная и величественная душа – одна из тех, которая не может не быть искренней. Ему было вменено вдохновить мир. Создатель мира сего так приказал. Да благословит тебя Аллах, о посланник Аллаха.